Привет, это обзор у нас замка. Замок называется он без опознавательных знаков, но продается он как Ереван или Армянский. В общем, вот такие имеют ключи. В замке 8 суваль, 4 на 4. И инструмент к нему. Будем открывать вот такой двухсторонней прессии. Сейчас покажу, как он работает. При открытии могут возникнуть проблемы. Здесь есть зацепы. То есть открываете, как обычный замок. Если начинает щелкать или не собираться, вставляете крючок, нащупываете зажатую сувальду, потом ее опускаете. Вот так и далее. Значит, в замке два оборота. Пробуем открывать. Первый оборот прошли без зацепов. Ну, этот замок у нас зеркальный. Если первый оборот открыли, то можно, в принципе, выставить зеркало и открыть второй. Вот, зеркальная сторона, вставляем ее с другой стороны. И все. Замок открыт. Всем пока.